Проверяем. К балаболу Балашов его 5-10. Ну, как тебе сказать? Вообще, конечно, идея хорошая. И вообще, то есть, использовать уникальную систему налогообложения для... Алло. Алло. Да-да-да, Галина, здравствуйте, Галина. А подскажите мне, пожалуйста, а насколько глубока, ну или хотя бы широка ваша кормилица? Это вы про что? Это я про вашу вагину. Насколько она глубока, скажите мне? Ну, в сантиметрах примерно, Галина. У вас других вопросов нету? Слушайте, ну я про ширину вас спросил, про ширину и про глубину. Два вопроса, в чем проблема? Вот, поэтому, в принципе, конечно, идея создания уникальной такой системы, которая бы привлекла дохуище инвестиций, а-ля там, обслуживание денежных потоков, все такое, это, конечно же, заебись. Это, конечно же, заебись, но почему-то мне кажется, что это заебись только в теории, а на практике вряд ли это сработает. Ну, не знаю, посмотрим. Я за всяческое минимальное вмешательство государства в дела людей. То есть государство как некий гарант, обеспечивающий прозрачные, понятные и удобные для всех правила игры. Да, но рука рынка, я считаю, что все расставляет на свои места.